Друзья только что сообщили по телевидению о том, что прямо в прямом эфире у российского историка моды и телеведущего Александра Васильева случился приступ, и он начал задыхаться. Медики, которые оказались в студии в прямом эфире, сразу же оказали ему медицинскую помощь, но пришлось вызывать карету для того, чтобы доставить Александра Васильева в больницу незамедлительно. Сейчас Александр Васильев находится в больнице, к нему никого не пускают. Новостей пока нету, родственники пока не хотят ничем делиться. Завтра утром надеемся, что уже на нашем канале появится продолжение этой трагедии, друзья. Где вы сами обо всем уже более подробнее и конкретнее узнаете. Подписывайтесь на наш канал, следите внимательно за нашими новостями, ведь только для вас мы делаем эти самые интересные и шокирующие новости российского шоу-бизнеса. До скорых встреч, берегите себя и своих близких, друзья.